Вот, Леночка, не понял. Так, в чем дело? Чё я вырубился? Походу, я, наверное, не тот кусок пиццы съел. Так, что делать? Надо вставать как-то. Она-то вырубилась, никуда не пошла. А ну-ка, оп, надо что-то придумать сейчас. Фух, выбрался. Так, ну план удался, все отлично. Ну, походу, время еще до корпоратива есть. Сейчас же я очнулся, и она очнется. Значит, мы одновременно съели эту пиццу. Ну, что придумать? Надо ее связать, так будет наверняка. Сейчас так и сделаем. Ребята, смотрите, что я затеял. Короче, сделаем из Леночки мумию. Сейчас ее стрейчем обкрутим и всю желтую сделаем. Смотрите, как это будет. Теперь сделаем мумию из Леночки, желтую. Все, отлично. Ну все, просыпайся, Леночка. Хватит. Я пошел, отдохну. О, ребята, забыл, сейчас же на помощь будет звать. Надо рот заклеить, вообще будет супер. Ну все, я думаю, нормально. Это что? Сколько времени? Мой корпоратив! Блин, Толик, ты где? Толик, ты где? Ты за это ответишь. Как я могла заснуть? Я ж не ела снотворное, пиццу со снотворным. Ребята, как так получилось, что я тоже заснула? Я не поняла, а что там первый проснулся-то? На него что-то слабо-слабодворное подействовало? Ай, блин. Мое платье корпоративное! Ребят, у меня еще бесплатный фитнес!
Толик опять за свое. Это так не хотел, чтобы я на корпоратив пошла. Все равно я туда пойду. Хоть доползу, хоть допрыгаю, но пойду. Фу. Ребят, как вы считаете, Толик же должен ответить за такой поступок? Ой, что-то приклеилось еще. А! Кожа, скотч приклеился. О, почти что эпилятор. Фу. Ребят, я не оставлю это просто так. Где-то он уже смылся, да? Ха, ничего, не придумала еще коварный план расправы. Обязательно что-то придумаю. А вы были на канале Crazy Life. Обязательно ставим лайкосики нам, подписываемся на канал и не забываем про колокольчик, чтобы проследить, как я отомщу Толику. Все, всем пока. А я побежала на корпоратив.